Добрый день, дорогая церковь! Сегодня я, Алена Данильченко, поведаю вам о жизни церкви. А Света отдыхает. Чего бы яркого ни происходило в церкви, слово пастора всегда перевешивает. И в этот раз, как всегда, пастор открыл многим глаза. Пастор, ты, как всегда, не даешь мне спать своими откровениями. Ты открываешь глаза, и недолго не закрываются. Год веры – это год без сна. Пастор, спасибо за твое посвящение, за твои откровения и за твой подарок. Как его? Каждый лидер подросткового служения может засвидетельствовать, что мы ждали такого движения духа, как в прошлое воскресенье. Все как один взывали и молились, вновь возродившись в духе. И как Иисус не отпустил 5000 людей голодными, так и Дух Святой не отпустил молодежь без слова. Вы знаете, что наши служения настолько насыщены, что нельзя пропустить и минуты. Но если вы пропустили, вы всегда можете посмотреть наш архив на канале YouTube. Но это уже не переживание Божьего присутствия. У нас продолжается 40-дневная молитва. Цель молитвы – рост веры через слово, которое ожило в нас. Мы хотим, чтобы каждый человек в церкви молился минимум час в день. Пожалуйста, отсылайте свой отчет Лоре. 7 и 8 февраля в нашей церкви будет проходить детский энкаунтер. Это время общения Бога и детей. Каждое второе воскресенье месяца служение церкви будет посвящено тому, чтобы отпустить пленных на свободу. Другими словами, это молитва веры за освобождение, исцеление и прорыв. Регистрация для участия в молитве веры начинается в 9:30 утра. С вами была Алена Данильченко. До новых встреч!